Сегодня около 7 часов утра на дороге в районе Восточной объездной у поворота в дачный кооператив «Летние юрты» произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с КАМАЗом, принадлежащим «Сургутнефтегазу». По предварительным данным, иномарка вышла на обгон, но из-за снегопада водитель не увидел встречный грузовик и врезался. Передняя часть «Форда» превратилась в груду металла. Водитель, к счастью, выжил. Он получил черепно-мозговую травму, ушибы и порезы лица. За 11 месяцев текущего года в Сургуте произошло порядка 370 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 7 человек, еще 479 получили травмы различной степени тяжести. По всем показателям в ГИБДД отмечают снижение. На конец ноября 2015 года в Сургуте зарегистрировали 382 аварии, в которых 22 человека погибли, еще 500 пострадали. В дорожной инспекции отмечают, что тяжесть последствий, возможно, удалось снизить путем профилактических мероприятий. Мы не останавливаемся на достигнутом, проводим профилактические мероприятия различные, то есть либо это целевые мероприятия, такие как детские кресла, пешеход, и в том числе проводим мероприятия, как традиционно уже для города Сургута, это предпраздничные, предвыходные дни, когда осуществляем профилактику по водителям в нетрезвом состоянии.